начинается рассказ продавца индульгенций. Так вот, в Брабанте некогда жила компания повес. Раз, два, три, четыре, ну пять. Тенета зла их всех окутали. Они в борделе или в кабаке за ночью ночь сидели. Волынки, барабаны, цистры и кефары их горячили и сплетались пары в греховной пляске. Всю-то ночь игра, еда, винопийство до утра. Так тешили мамоны в виде свинском и в капище плясали сатанинском. От их божбы в лосы вставали дыбом. Они б распять спасителя могли бы, когда бы не был он за нас распят. Был нечестив и самый их наряд. И были с ними юные блудницы, цветочницы, нагие танцовщицы, певцы, кондитеры, коты и сводни, которые как старь, так и сегодня слугами дьявольскими состоят. Огонь разжегший в нем они горят, и похотью костер тут разжигают, и боль вином напрасно заливают. В свидетели писания возьму, что винопийство погружает в тьму порока и греха. Вот как Лот грешил, упившись дочерьми своими жил, а мерзкий Ирод опьянен вином и обезумев за своим столом, крестителя решился обезглавить. Сенеку можем мы зато прославить, что он суждение здравое изрек. Он говорит, что пьяный человек ума немногим больше сохраняет, чем полоумный. Хворь, она, конечно, усугубляет затмение ума и длится дольше. Но пьянство грех неизмеримо больший.